В Нахчеванском гарнизоне прошел чемпионат по легкой атлетике и гимнастике среди военнослужащих. В соревнованиях приняли участие 280 спортсменов из 16 команд. Состязания проводились с целью проверки скорости, ловкости и выносливости военнослужащих, выявления сильных спортсменов и лучших команд. Чемпионат проходил под девизом «Служение Родине, народу и государству – смысл нашей жизни». По итогам спортивной эстафеты военнослужащие, вошедшие в тройку лучших, были награждены почетными грамотами и трофеями командования спецназа.